Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Пятигорске под председательством президента России Владимира Путина. Главная тема – модель национальной политики, которая должна быть скорректирована с учетом беспрецедентного внешнего давления, провокаций внутри страны и антироссийской пропаганды. Президент подчеркнул, что несмотря на все попытки разобщить многонациональный народ нашей страны, не получится. Президент подчеркнул, что несмотря на все попытки... Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. Вызовы, с которыми мы столкнулись, показали наоборот, что это наша сила, особая всепобеждающая сила России.